находимся в центре цивилизации. Это район Курской в Москве. И мы движемся на выставку одного из своих любимых художников. Вы часто спрашиваете, есть ли у меня любимый художник. Вот, очень скоро я вас познакомлю с ним и с его творчеством. Там, за этой аркой, находится Винзавод, один из центров современного искусства в Москве. И мы направляемся туда. Это путь для храбрых людей. До винзавода я получил очень много эстетического наслаждения. Мне кажется, можно продолжать снимать здесь, не входя вовнутрь. Небезызвестный ресторан, который назывался «Хитрые люди». Где он теперь? Здесь находятся мастерские винзавода. Очень приятное место, которое создает невероятный контраст
сравнении с окрестностями Курского вокзала. То есть, чтобы получить эстетическое удовольствие, главное сюда добраться. Добраться через все препоны, несмотря ни на что. Где-то в недрах завода находится та самая галерея, в которой проходит выставка художника, на которой мы пришли. Так вот сложно завернул. Собственно, вот, Зарикто Доржиев, выставка называется «Лоскутный человек». К сожалению, я пришел в последний день выставки, тем не менее, этого художника часто показывают и выставляют в Москве. Я сейчас покажу, что он делает, что представляет из себя его творчество. Очень рекомендую сходить посмотреть вживую. Oh.
Ребята, это очень крутая выставка, это замечательный художник. Очень рекомендую вам посмотреть его когда-нибудь.
вживую хотя бы раз. Заодно решил пройтись мимо артплея, посмотреть, чтобы все было в порядке, чего как тут происходит. Вот Валентина не уверена, что туда нужно идти, но я считаю, что все должно быть под контролем. Сарафан Клаб, кафе Гоген. Интересно, кафе Гоген названо в честь Коля Гогена или в честь Гогена Солнцева? А вот та самая знаменитая арочка, которую хотят расколбасить и сделать из нее обычный, стандартный проезд, такой, которых здесь миллион. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Мне кажется, такие уникальные строения нужно холить или лелеять, беречь и сохранять, потому что это уникальность города, это атмосфера старой Москвы. Ну, согласитесь. Кстати, это один из немногих разъездов, где трамваи проезжают по одной ветке и после их пути раздваиваются. Сейчас мы можем наблюдать это действие. Но, как вы понимаете, главный центр современного искусства находится не здесь, а на Третьяковской студии Canvas, куда мы и отправимся сейчас сразу после выставки. Вообще, гуляя по Курской, переносишься волей-неволей в 90-е, 80-е годы. Очень противоречивая субкультура Курского вокзала. Вот родная Третьяковская. Это же совсем другое дело. Теперь мы на верном пути. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, ставьте лайки и дизлайки и не забывайте подписываться на мой канал.